Привет! Привет! Вы на канале Саша Тур? Да! Мы готовим сегодня... Что мы готовим, Саша, напомни? Улыбку! Запеканку готовим. Запеканку? Да, запеканку с фаршем и беконом. Для этого нам понадобится картошка. Мы ее уже натерли на крупную терку, посолили, поперчили. Добавили немножко чайную ложку майонеза и чайную ложку сметанки. Да! Да, и сейчас будем... Улыбку! Это бекон, Саша. Улыбку, бекон. Нет, это бекон, это мяско. Мяско? Ой, да. Сейчас я туда положу. Это маленькая тарелка. И как мы тебе будем выкладывать? И готова на нарезку. Бекон сырокопченый. Фарш у нас уже готовый. Здесь у нас фарш и перемолотый лучок. Фарш свино-говяжий. Нет, не надо так, Саша, сильно. Сильно не надо так всегда. Получилось у нас. Теперь мы нарежем кружочками. Тоненькими, а Сашенька будет выкладывать, хорошо? Подожди, не спеши. Сашенька начала выкладывать помидорчик, а я пока натру сырок. Нам всего лишь один. Я вешу сынок. Средний помидорчик. 4 средние картошки мы почистили. Потерли. Упаковку. Сырокопченого. Бекона. И фарш у нас где-то 200 грамм ушло. На эту маленькую емкость нашу. А теперь что мы делаем? Теперь мы делаем вот такие вот штучки. Мы бекончиком нашим накрываем нашу запеканочку. Помогаем. Так, открываем. Такая у нас красота получается. Да.
кажется, она у нас будет минут так 45. А теперь соль? Нет, солить мы не будем, потому что бекончик у нас уже с подсоленным. Все. Отправляем. Отправляем. Отправляем наше произведение в духовочку. А что будем солить? А то будем солить. Все. А то будем солить. Пресекаем время и ждем. Время будет отопление. Вот наша запеканочка приготовилась. Она еще горячая, горячая. Сейчас мы отрежем кусочек. Кто первый будет пробовать? Я. Конечно. Саша гуляла, пока она готовилась. Нагуляла аппетит. Сейчас мы красотам. Саша будет пробовать. Класс. Вкуснятина. Вкуснятина. Приятного аппетита всем. Да. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Так попрощайся, помаши.